Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня у нас задорное весеннее акапельное пение в студии Екатерина Орлова и Михаил Кириллов. И в гостях у нас вокальная группа «Эль Канто» и в столе Родионова, Юлия Колодаева, Евгения Алиева, Анна Ворошилова и Светлана Клим. Здравствуйте! Здравствуйте! Когда было «Марочки-марочки», я думала, про почтальона будет какая-то песня. А про что было? «Чили конкарне». Про мексиканское известное блюдо. Что ты меня ругаешься с самого утра? Русский. Да. Песенка со стрингой. Вот. «Чили конкарне». Понятно. Аппетитная и острая песня. Хорошо. Ну, наверное, начнем. Давайте с повода, да. Вы вернулись с фестиваля, с «Московская весна акапелла». Расскажите, как, во-первых, как все начиналось? Вы первый год там или нет? Мы вообще там уже второй год, и в принципе конкретно вот «Московская весна акапелла», угу, он существует второй год. Сама «Московская весна», фестиваль этот, в общем, он много лет существует, но именно конкурс «Московская весна акапелла» второй год. А вообще нас нашли в интернете, то есть искали акапельные коллективы по России. Вот. А так как мы специализируемся именно в этом жанре, да, пение акапелла, и вот в прошлом году нас нашли буквально там за месяц до самого события, угу, значит, звонит Москва, я беру трубку. Говорит Москва. Да, говорит Москва, здравствуйте, вы не хотели бы поучаствовать? Мы такие, ну как бы да, почему бы и нет. И, собственно, вот мы туда попали, и уже второй год мы там. То есть вас поступаем. Сами нашли, не то, что вы там какие-то заявки отправляли, до вас добрались. Да, до нас добрались. Конечно, там потом в условии было, что нужно было заявку, но это уже был такой как бы немножко момент, что главное, что мы вас вообще нашли, акапельный коллектив. И ну, то есть поете. Это сложно такие найти коллективы? Да, их как мало. Оказалось, что именно в России, вот специализирующихся на акапельном пении, мало коллективов очень. А сейчас единственная такая история происходит, что те, кто, ну как бы просто коллективы, которые поют разную музыку, они специально уже начинают готовить только акапельную программу, чтобы какие? Поехать на конкурс. То есть прознали хитрость-то. Да, потому что там условия обязательно только акапелла. Кто были участники еще помимо вас? Что за коллективы? Вы знаете, на самом деле конкурс, конечно, очень, ну, я бы сказала, даже крутого такого масштаба, ну, суперского, потому что там участники, ну, со всего света, наверное. Очень много, конечно, с России приезжают, много московских коллективов, очень много европейских коллективов, почти представлено, ну, чуть ли не вся, наверное, палитра вообще Европы. А также наша, как бы, часть, там, как когда-то, да, Советский Союз, так скажем, там, Грузия, там, Владикавказ и так далее. Вот. И нынче, вот в прошлом году буквально один американский коллектив приезжал, нынче их было несколько коллективов из Америки. Ага. То есть, как бы, участников очень много, коллективов было конкретно 144. То есть, когда, например, мы там приезжали в какие-то другие фестивали или конкурсы, ну, приехал там, ну, 10 участников в твоей категории, здорово. Ну, что это? Вы сразу победители? Да. Ну, конечно, да. Так и было, собственно. Вот. А сейчас мы приехали, в нашей категории было более 50 коллективов, и как раз в ней было, вот, например, люди из коллектив клевый такой из Америки, который гран-при взяли ребята. Ну, то есть это все-таки конкурс, да, такой оцениваться? Да, да. Как оцениваются? Кем, каким образом, то есть кто громче поет, кто лучше там или как? Ну, оценивают на самом деле очень интересно. Это мы такой первый раз. Да, мы вообще до конца не поняли. Да, мы пока еще не осознали. Да, дело в том, что вот там есть 5 членов жюри, 15, извините, но мы увидели 5 всего лишь на площадках, да. То есть какая там система? Мы 3 дня подряд выступали по 3 раза, программа полчаса, то есть итого, как говорится, 9 выступлений по полчаса. И на каких-то из этих выступлений приходили члены жюри.
Мы конкретно видели на своих выступлениях 5 человек. Они разные были или одни и те же? Они разные были, да. И у них такая задача. Они пришли на коллектив, посмотрели минут 10 примерно из полчаса и ушли. А вы поете, продолжаете? А мы поем, продолжаем. И вот получается, из 9 выступлений было только 5. И еще у них такая система. Они записывают одно из выступлений. Мы даже не знаем, где это произойдет, на каком конкретном выступлении, в какой день и так далее. Полностью видео одного выступления, вот этого получасового, и потом его показывают все жюри. Поэтому вот 9 раз можно выступить и, грубо говоря, там, не знаю, 7, 8, 9 супер выступить, а вас сняли только в первый день. В общем, то есть нужно было держаться на уровне каждый раз, не расслабляясь. Да. Причем интересно то, что выступления все на улице. И, допустим, неважно, какая погода. Ну, музыка вот ветра там. Естественно, музыка ветра, города. Мы стоим, вот тут машины ездят, тут люди ходят и так далее. То есть это такой сейшн. Но почему и называется, собственно, фестиваль, да? Потому что вся Москва там разукрашена, центр там. Красота везде, такие киоски, сувениры, вот эти сцены кругом, вся Москва поет, ты так мимо идешь, тут поют, еще прошел и здесь еще сцена поют и так далее. То есть там такой сейшн очень крутой на самом деле. Вот, то собственно. Есть в рамках одного фестиваля несколько площадок, где одновременно поют? Их очень много, да, их около 60. Ничего себе. И все акапельно? Все акапельно. Интересно. А вот вы сказали, что «Московская весна» фестиваль, он уже давно, а акапелла только сейчас. Да, вот смотрите, конкурс, да, именно конкурс, да, конкурс акапелла, «Московская весна» акапелла, он только второй год существует. Ага. А вот фестиваль «Московская весна», он уже несколько лет. Конкурс в рамках фестиваля проходит. Да. Что да. вас впечатлило больше всего на прошедшем фестивале? Может быть, есть какие-то очень яркие отдельные впечатления? Мы забыли текст, например. Ну, на самом деле у нас... Ни разу такого у нас не было. Вообще ни разу? Да ну хватит. Никогда. Да ну вспомните, в прошлом году. Мы не встречались в прошлом году. Как говорится, давайте, если, да, вот, допустим, про Аказии, я тут думаю, что вот у нас на такого интересного в этот раз было, что вот нас как бы там, допустим, думаю, сбило, мы же идеальны, что могло произойти? Спонталыки и так далее. Значит, в прошлом году, когда мы ездили, мы приехали радостно с костюмами концертными, и там вдруг плюс 7 каждый день. Мы выступали в шапках, в куртках, вот так вот обвязанные шарфами, такие замороженные, значит, микрофон, там, конденсат и так далее. В этом году, ну, подготовимся, сшили концертные пальто. Концертные пуховики. Пальто. Пальто. Да, пальто. Ну, мы же девушки. Ну, естественно. Ну, так вот, значит, все, первый день в пальто, все нормально, второй день, значит, все, надо уже вот выходить, мы не понимаем, какая погода, вроде бы холодно. Все, через 5 минут выход на конкурс, нам нужно уже выходить. Тут у нас начинается паника, потому что в пальто мы можем жариться. Что надеть, как надеть? Мы буквально за 5 минут решаем, что мы идем вот в джинсовом нашем, так скажем, наряде. Мы буквально быстро все это делаем, гладим, мажем, а потом все, выскочили. То есть вот с костюмами такая штука была. На самом деле у нас было 3 дня, мы приготовили 3 программы, но мы привезли целых 4 костюма концертных. То есть едут девушки вот с такими огромными чемоданами на 4 всего лишь дня в Москву, и там одни костюмы. Кстати, каждому костюму пара обуви. Там, боже. И сапоги. И украшения, не забывай. Да, кроссовки. Ну, да, потом у нас 2 пары туфель разные цветом. Естественно, каждому наряду украшения отдельные. Вам нам нужен был грузовой самолет. Да, то есть у нас получается, вот, по сути, целый чемодан был вот полон. Не думали ли таможенники, что вы поехали сибирскую одежду продавать? Ну, незаконная торговля, да. И второй такой интересный случай, просто действительно нас прямо это вот осенило. Значит, у нас, ну, это 3 дня, 3 разных программы. Первая у нас такая лирическая, философская, красивая, любовь. Там, значит, вторая у нас русская, полностью блок. И третья у нас такая американская, хорошая, современная, там, ну, так скажем, попса, эстрады, все, приготовились. Так, давайте, давайте попоем. Попоем сначала, а потом уже поговорим. Может быть, что-то связанное вот с фестивалем споем? Сразу все устроилось, Москва не сразу строилась. Москва слезам не верила, поверила любви. Снегами запорошена и стою заморожена. Найдет тепло прохожему, а деревцу земли. Александра, Александра, этот город наш с тобою, стали мы его судьбою. Ты вглядись в его лицо, чтобы ни было в начале,
утолит он все печали. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Вот и стало обручальным нам садовое кольцо. Words, a letter and a letter on a string will hold forever humanity's spellbound words. Position of the beggar and the king. Everybody, every day, you and I, we all can say words. Regard it as a complicated tool, created by man, implicated by mankind. Words, obsession of the genius and the fool. Everybody, every day, everywhere, and every way. Oh, words, find them, you can hear them. Say them, you can hear them. Write them, you can read them. Love them, fear them, words. Друзья, мы продолжаем наш разговор. Напоминаю, что в гостях у нас замечательный вокальный коллектив Il Canto. Поговорим еще о программе. Прежде чем о программе, мне вот интересно, что это вот за штучка у вас постоянно? Это камертон. Очень дорогой ювелирный украшение. Да, это, между прочим, вода. Вы не говорите, что дорогой, он сразу тырит. Аккуратнее. Специально обклеен в стразах. Девочки подарили. Сваровский. Да, на день рождения вот такой подарок. А, это они сказали, что очень дорогой? Нет, мы вообще отнесли к ювелиру, почти проверили все. Мы знаем же, что Женя у нас великий дирижер, но это без шуток совершенно правда. То есть мы очень давно с Женей работаем, и Женя как дирижер состоялась в наших жизнях очень, как говорится, давно началась. И, естественно, мы хотели ей сделать подарок, потому что ее сердечно любим. И решили, что еще нужно музыканту. Тем более, что она руководитель коллектива. Тем более, да, и мы очень тебя любим, очень. Да. Вот, и мы решили дирижеру. Дирижеру, конечно, нужна вот эта вот маленькая закорючка, называется камертон. Вот. Там нотка ля, да. И от нее отстраиваешь любой аккорд, ну, вот, для который захочешь. И вот мы нашли специально девушку, которая занимается именно вот обклейкой сразу. И подарили Жене. Женя, конечно, не ожидала, да? Нет, помню, у него был такой восторг. Ну, очень красивый. Да. Ну и вот, собственно. Держите подальше от него. Да, ну вот теперь можно и о программе, да, вот вы рассказывали. Ну вот, собственно, мы начали, да, с английской песни. Значит, вот история такая. Еще раз рассказываю. Так, у нас три дня, мы три программы приготовили. И, значит, третья программа у нас была, это английская программа. Вот это вот современная, значит, эстрада, все. Мы спокойно встаем утром, надеваем джинсу. У нас причем каждый день была репетиция с утра с 10 до 11. Мы повторяем полностью эту программу. Выходим радостно, значит, на конкурс. Идем, так как-то по сторонам смотрим. С флагами, транспарантами. Здесь выступает ЛДПР, Жириновский там что-то вещает. Он тоже участвовал в этом фестивале. Да, наверное. В вокальном. Вот. И тут вдруг как-то так доходит. И Юль такая говорит, сегодня 1 мая. Мы так... 1 мая, да, действительно. А у нас американская программа. Да. И тут мы такие понимаем, что-то, по-моему, мы, наверное, лишка дали. Ну и, в общем, мы идем, и по дороге, пока у нас было 20 минут, вот мы шли, мы все судорожно обсудили, что нельзя сегодня, 1 мая, вся Москва гуляет, Тверская перекрыта. Красная площадь, вот она прямо перед нами. Но, в общем, в итоге мы английскую программу, эту всю американскую, брали и спели опять русскую, свою любимую, родную, ту же самую Александру и так далее. В общем, русскую программу повторили 1 мая. А, то есть можно было повторить? Народ кайфовал. Да, там, в принципе, можно было вообще одну программу песню сделать. Нет, песню не одну программу хотя бы получасовую, можно было, в принципе, 9 выступлений и петь. Вот, но нам захотелось на разнообразие, мы сделали 3 программы на каждый день разные. Ну, вот такая штука произошла. Вот каждый раз что-то такое интересное происходит. То мы тогда замерзли, то мы тут не поняли, что 1 мая. Никогда не можешь быть готов. Ты можешь готовиться целую вечность. И все равно ты приедешь, и не все пойдет. Все в последний момент может поменяться. Надели джинсу, сейчас тоже в джинсе, это что-то. Это наши концертные вообще костюмы, да, наши наряды. С нами работает стилист Женя Разумова. Вот, в общем-то, все образы, которые... Ну, почти все. Вот мы сейчас стараемся все уже более профессионально тоже, именно внешний облик тоже уйти. Вот это ее работа. С нами работает стилист. Вот. Ну, давайте теперь, наверное, историю немножко группы. Во-первых, почему Il Canto? В
Почему итальянское название? Почему итальянское название? Это переводится «поющие». Да, переводится «поющие». Но когда все это придумывалось, очень долго, ну, придумывало название. Мы, конечно, все в этом участвовали. Каждый там что-то предлагал. И там какой английский вариант, ну, как-то нет. Русский вариант, все уже тоже давно изъезжено. Латинский, да, латинский, как бы, ну, мы позиционируем себя все-таки, как бы, что мы поем эстрадное, да, эстрадную музыку разную. Ну, думали, в общем, в итоге я думаю, дай-ка я поищу что-то итальянское. Тем более, что, ну, итальянский язык, это понятно, это музыкальный язык. Мы все из консерватории вышли, аллегро, модерато и так далее. То есть, как бы, итальянский язык нам близок. Ну и все, и, в общем, я посидела со словарем, там все это поискала. И как-то мне вот так, иль канто. Ну, кант, все знают, канто – это пение, там, певец. Кантабили у нас, опять же, слово кант, да, пение, так скажем. Ну и как-то вот вышло, что «иль канто», «поющий» – это актуально для нас. В конце концов, мы не танцуем, да, а все-таки поем. Ну, а есть желание немножко пританцевать? Конечно, и мы даже уже это делаем. А сейчас хотим вообще программу вот осенью сделать. Там уже прямо даже поработать с хореографом. И какие-то вот движения такие общие. Потому что, в принципе, всегда ансамблю, либо хор, ему тяжело вместе двигаться. Надо и петь, и двигаться, тем более акапельно. Мы еще с Аней вот стараемся битбоксировать, учимся вот с ней, да, мы немножко вставляем какие-то... А можно что-нибудь продемонстрировать? Немножко. Ань, ну что вы здесь делаете? Давай, микрофон, конечно. Прям взорвите танцпол. Немножко. Мы только учимся, да. Ну, я понял, мы по ней все, да. Вот это неожиданно. Да. Вот так. От локальной группы. Вот маленькая это. Белая девочка. То есть можно битбокс, акапелла, танцы, да, все совместить. Мы решили, что нам нужно самим это все делать, учиться самим. И вот мы с Аней вот как-то пробуем с ней на пару, меняемся партиями и так далее. У нас вообще очень часто мы взаимозаменяемые, там и соло каждая по чуть-чуть поет, и мы можем партиями поменяться, там, давай в этот раз это споет, и это. То есть у нас есть такая штука. Этим, практика. Конечно, девушкам легче, потому что у нас в целом голоса похожи. И бывает такое, что утром кто-нибудь приползает и говорит: «Я не могу, у меня нет голоса». Ты говоришь: «Хорошо, я тебя подменю я там сегодня». Я вчера весь день пела, не могу. Именно происходит. Ты именно пела. Да, и ты можешь подменить. То есть этим, мне кажется, женские составы немножко выигрывают у мужских. Ну и мы хотим, конечно, все сами. То есть можно, конечно, там нам предлагают: «А почему у вас мужчин нет? Они же могут нижний голос петь». Мы вот, такие, да. А мы сами тоже можем нижний голос петь. Я знаю одного неплохого мужчины. Мы басим уже, вот опять же, с Анной вот в малой октаве с ней поем. Потом вот опять же, мы сотрудничали в прошлом году с битбоксом. Ну, парень у нас там, Олег Зайцев такой есть в Новосибирске. И мы с ним посотрудничали. Потом решили, ну, надо как-то самим уже. И вот, вот потом, ну, потанцевали там с кем-то где-то так. Надо самим, значит, и вот, и правильно. Так далее. Современные девушки все делают хочется, сами. Хочется еще что-нибудь послушать. Давайте еще что-нибудь споем. Ну, вы знаете, завершение. У нас вот в этом году как-то так получилось. У нас такая визитная карточка. Мы ее называем «Песня про нас», так скажем. Мы даже так выходили, и между песнями все равно объявляешь что-то, чтобы люди не скучали. И вот ты выходишь и говоришь: «А следующую песню мы с удовольствием посвящаем». Если люди скажут, думают: «Нам», мы говорим: «Себе». Правильно. «Песня про нас», потому что... Па-пара-па-пар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 а-пам. Хорошие девчата, заветные подруги, приветливые лица, огоньки веселых глаз. Лишь мы затянем петлю, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. Лишь мы затянем петлю, как все скворцы в округе, голосами своими поддерживают нас. И рано на рассвете, и после трудной смены, веселые запевки в нашей комнате звучат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат. Скажите нам, ребята, скажите откровенно, было б скучно, наверное, на свете без девчат. Па-пара-па-пар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 а. Вот так вот, дорогие друзья. Напоминаю, что у нас в гостях была замечательная группа, вокальная группа «Иль Канто». Евстолия Родионова, Юлия Колодаева, Евгения Алиева, Светлана Клим и Анна Ворошилова. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо большое.